Всем привет! Вкус и питательность грецкого ореха широко известны, но мало кто знает о целительной силе его перегородок. В плодах содержится от 2 до 5 штук перегородок. В них очень много ценных элементов, что позволяет использовать перегородки в борьбе с некоторыми болезнями и их предупреждение. Один из ценнейших элементов перегородок – это йод. Если не хватает йода в организме, страдают память и иммунитет, дыхательная и сердечно-сосудистая система. Можно проверить, достаточно ли в организме йода, нанеся его на пятки перед сном. Если к утру он полностью впитается или почти, то элемента не хватает. Ореховые перегородки полезны для суставов, укрепляют костные и мышечные ткани. Отвар из ореховых перегородок избавляет от неприятных проявлений диареи. При сахарном диабете нужны перегородки от 40 грецких орехов. Засыпаю перегородки от 40 грецких орехов в термос или в литровую банку. Заливаю крутым кипятком и настаиваю 20 минут. Отвар настоялся, посмотрите, какой красивый цвет. Теперь его нужно процедить. Внимание! Пьют такой отвар по одному глотку за 30 минут до еды, 3 раза в день. Пьют всего 3 недели, затем делают перерыв на 3 дня, а дальше повторяют курс. Створки грецкого ореха, настои и отвар из них полезны для щитовидки, их применяют при болях в сердце и гипертонии, при климаксе. При язве 12-перстной кишки можно также использовать лечебное свойство перегородок. Важно для отваров использовать только эмалированную посуду, а для настоев брать стеклянную емкость. Несмотря на целебное действие перегородок, имеются противопоказания. Индивидуальная непереносимость. Организм может отреагировать сыпью, зудом, обострением гастрита, псориаза. А также при хронических запорах настойки и отвары из перегородок запрещены. Перед лечением надо проконсультироваться с врачом и изучить лечебные свойства и противопоказания перегородок грецких орехов перед применением. Пишите в комментариях, как вы используете перегородки грецких орехов, примочки, настойки, отвары или спиртовые настойки на основе перегородок грецкого ореха. Делитесь своим опытом и знаниями. И, возможно, именно ваш комментарий для кого-то окажется на вес золота цены. Всем спасибо, до новых встреч на канале, жмите колокольчик. Всем спасибо за просмотр, до новых встреч на канале.